Всем привет, с вами снова Мистер Майн, и я продолжаю проходить Амнезию Призрак Прошлого. Так, мне сейчас нужно идти вниз, потому что кровь я ввел себе с противоядием, что ли, как она называется, я не помню. В общем, сюда нельзя было зайти до того момента, как мы не ввели себе это противоядие. Теперь оно действует, мы спокойно идем в коллектор. Коллектор мне не очень нравится, потому что есть зомби, и он очень страшный. Блин, все-таки упал. А, ладно, идем. Вон там зомби. Большой и страшный. В общем, нам пройдите, может, таки одену. В общем, нам надо налево идти. Ой, что это за херня была? Она за камнями или... Или она там? Я что-то не понимаю. Не, смотрите, как тут дверь. Ладно, есть пара капель, вы издеваетесь, им пару капель. В общем, тут надо. Так, мне не надо выходить отсюда. Я дверь чуть приоткрою. Или скрипт не сработает, пока я не выйду. Что-то... Ладно. Прячься. Похоже, он не особо сюда хочет заходить. Я не могу понять, он ушел. Ладно, идем по-тихому. Вот, секунду. Иди сюда. Я просто время засеку. Хотя уже поздно засекать. Ладно, идем отсюда. Надеюсь, никакие зомби по пути не встретятся, потому что прятаться, в общем-то, и не мне. Ну, в общем, в этой выпуске... А, да. Я забыл сказать вам. Забыл.
Ладно, вспомню. Скажу. Это означало что-то плохое. Ладно. Это не дополнение. Вот и блин. Не дополнение к Amnesia, Джастин. Как я понял, если там тебя убьют, то игра выключается. Так, в СКП. И сохранений там тоже нету. Поэтому нужно быть крайне осторожным. Что происходит? Что вы делаете? Отпустите меня! Не забирайте меня! Никто не возвращается! Что бы это могло значить? А сейчас будет самое интересное. То, что тут зомби друг с другом еще воюют. Вот. Тот зомби, который ходил за нами, преследовал нас. Нет, вернись сейчас же. Ты несешь с собой тени. Кто сказал? Вот он. Уродец, который нас преследовал. Я бы сказал... На Джастин Бибера похож. Вот его ноги. Кстати, ноги тоже. Блять. Вот, надо выйти. Это на что-то взять. Бляха-муха. Закрывай дверь. Так, это уголком экрана, чтобы посмотреть. Самое страшное еще впереди будет. Он ушел? Вон он там был. Впереди в трансепте нас ждет или в клиросе. Клерисе, по-моему. Вот сейчас тоже самое сложное будет. Ага. Лол. Сука, он за нами что-то не очень хочет бежать. Почему? Раз-раз-раз, это Харбас. Бежи за мной, Адидас. Блять, я сейчас в обморок упаду. Схуяли ты тут будешь? Сука, я надеюсь, он тупой побежит за мной. Бляха-муха!
Даниэль, Даниэль. Ты могёшь. Ты просто могёшь, беги. А, блядь. Блядь, сука, я почти добежал. Спасибо за совет, блин. Бегите. Где есть хуй? Хотя бы недалеко, ладно. По идее, вот тут не должно больше быть. Но его тут нет. Можно было сразу так сделать и умереть. Просто побежать мимо него. Ладно, а на этом я закончу. Если вам нравятся мои видео, подпишитесь, поставьте пальцы вверх, прокомментируйте его. Всем пока. Неудачи. Нет, пока не пока. Сейчас пройдет заставка. Почему-то очень долго. Ладно, всем пока.